Библос – это древний ливанский город. Расположенный в 37 километрах от столицы, он претендует на звание древнейшего города Земли. И по мнению историков, это самый древний город из всех постоянно обитаемых людьми. Также это богатейший археологический район Ливана, равных которому не так уж и много даже в мировом масштабе. Фактически, это кладезь для туристов, которые любят археологические древности, раскопки, смешение разнообразных эпох и народов. В этом городе находятся и римские, и финикийские, и египетские, и османские древние памятники. Не зря этот город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов, желающих прикоснуться к разным тысячелетиям. Это скульптура для иммигрантов, типа «Добро пожаловать в город». Окей, мы пришли к Носа Сен... What is it? Сенора. Сенора де Пена. Что это значит? What is it? Mother of the poor. А, poor, мать poor. Бедных. Ага. Вообще очень красивые ухоженные улочки, чистые дороги. А, вот смотрите, еще гранаты нашла. Сейчас покажу поближе. Вот такие. Фух, сегодня жарко нереально. Я не знаю, какая температура сегодня. Такое чувство, как будто сидишь в сауне. Все деревья в цвету. Класс. А вот и замок. Не знаю, мы попадем внутрь или нет. По-моему, здесь вход платный. Окей, мы зашли на вот такой вот маленький рынок. Я тоже видела его в интернете, тут очень интересная дорога. It's stones, it's sea stones, yeah? Да. Да. Тротуар выложен такими маленькими камушками. Смотрится очень довольно интересно и прикольно. Здесь продают всякие штучки такие. Здесь есть маленькие кафе. Такие вот маленькие уютные уголочки. Вот из таких растений делают классный вообще чай. Казьян, what is that? I don't know. Интересно. А это похоже на нашу ромашку. Лаванда. Здесь есть ювелирные магазины. It's silver and gold, yeah? Silver. Okay. Пахнет корицей.
какая-то старая, очень древняя мозаика, потому что сохранились только маленькие-маленькие вот такие вот кусочки. На этом наше путешествие по Библосу подходит к концу, и мы отправляемся к новой достопримечательности – Ливанской Деве Марии Харисе. Встретимся с вами там. Все, пока-пока! Если вы все же когда-нибудь приедете в Ливан, не поленитесь посетить этот город, ведь Библос никого не может оставить равнодушным. Попадая сюда, ты ощущаешь, как будто время течет по-другому. Особенно, когда понимаешь, к какой многотысячелетней истории ты прикасаешься. Замки, храмы, развалины, царские усыпальни. Мы об этом сняли отдельный фильм, и вы, конечно же, это увидите. А пока, до новых мест! Пока-пока!